Всех приветствую, продолжаем наше прохождение за Фригию. И, собственно, я тут подумал, между сериями, наверное, надо сейчас захватить Рим и после этого посидеть в мире, развивать страну, поскольку доходы у нас составляют желать лучшего, и надо бы как-то развиваться. Поэтому потом лет 15-20 можно будет посидеть без войн. Ну, и как раз агрессивную экспансию. Что ж, давайте воевать. Тут без разницы, за какую провинцию мы в любом случае победим. Шансов у него нет абсолютно никаких против нас. Века Горта и 6000 рекрутов. Да и доходов даже на наемников нормальных. Сразу же врываемся на крепости. Так. Здесь ставим защищать границы. Ну а конницу, наверное, пока отведем за пределы Рима. Эти два отряда сюда отправим. Немножко по персонажам провел реорганизацию, каких-то удалил, каких-то наоборот поставил на должности. Сейчас должно чуть-чуть за счет жалования, мы, вернее, жалования должны чуть-чуть сократить. Только уменьшил количество должностей. И все должно стать достаточно хорошо у нас по доходам. Да, очень много удалось мне выиграть. Но, к сожалению, ткань мы перестали закупать. Давайте ее все-таки закупим. Во-первых, это местные налоги. Во-вторых, инвестиции в технологии. По персонажу. Да, исследование родословной происходит. У этого есть. Есть супруг. Вот у этой 19-летней нет, надо обязательно кого-то ей найти. Из них выбрать. Вот этот вот достаточно плодовитый, давайте его выберем. А, ладно. Раз так, значит, выбор пал на губернатора. А так будет платить я, конечно же, 2000 не буду. И просто потихоньку начинаем осаждать. Это он пошел. Интересно. Вот здесь можно взять штурмом. Здесь, в общем-то, тоже можно было это и раньше сделать. Отлично. Сада выиграна. Я думаю, сразу же можно на быстром марше идти в косы. Здесь тоже осаду выигрываем. Мы переходим на следующую. Давайте вот эту центральную крепость лучше возьмем. Здесь на осаду встали. И можно наших лошадок запускать, собирать провинции. Напоминаю, что Рим я грабить всю римские земли. Пусть лучше они достанутся в первозданном виде, чтобы их никто не грабил. А финики больше не приводят. Давайте так. Венок есть. Кстати, вино тогда приведем, в общем-то. Кстати, здесь тоже я торговлю не наладил. Оливки, вино есть. Давайте и приведем. Здесь оливки, вино тоже есть, кожа есть. А можем коноплю привезти и ткань.
А сюда... Сюда мы можем... Так, можем... Конопля... Ткань можем сюда привезти... Керамику не думаю, что сейчас имеет смысл или благовоние привозить. Давайте так и сделаем полностью на доход. Так. С едой здесь все в порядке. Кожа осталась, да? Отлично. Неплохо. О, привезли. Здесь, кстати, еще мы не привозим. Сюда нужно однозначно оливки. И, в принципе, я думаю, можно даже пить привезти сюда. Так, кстати, будет. Здесь везде торговля идет. Попробуем прорваться к этим городам. Очень я хочу их взять до того, как кто-нибудь из наших подсталов разграбит. И выигрываем очередную осаду. Эту армию я отправлю сюда. Пусть она возьмет этот город. А здесь конницу пока что переведем поближе. Наемников наняли. Я думаю, наши вассалы справятся, у наемников все-таки не восполнен боевой дух. Здесь отступим. Здесь в Симкин пойдем. Вайпаем нашей конницы отряды. Ну ладно, она как раз успеет восстановиться, пока крепость берем. Я бы ей тогда отключил быстрый матч, чтобы боевой дух тоже восполнил. О, отлично, ушли. Это очень хорошо. Обязательно нужно взять вот эти города на восточном побережье, они достаточно богатые, и терять там население я бы не хотел. Здесь продвинемся на следующую крепость. Так. Обязательно вот этот город мы должны отбить. А здесь пойдем разгромим арабскую армию. Конечно, давайте торговать со всеми, нам сейчас нужно экономику поднимать. Пойдем куда-нибудь туда. Так. Нет, Иудея не станет. Не миновать восстание, да?
Нет, мы не будем восстание там поднимать, ну и он нафиг. Здесь что нам выбрать? С одной стороны скорость ассимиляции, с другой стороны любовь к иной культурной группе можно выбрать. И, наверное, я выберу ее. Пусть лояльнее относится к нам другие группы населения. И тем самым быстрее само обращение пойдет. Здесь обязательно надо разбить врагов. Отлично. И эту армию мы выведем. Не вижу смысла ее тут оставлять. Идем на осаду последней крепости, в общем-то. И сразу же в Равену, сразу же в Аремини. Самые главные города спасти от разграбления. Здесь выиграна осада. Пойдем поищем. Кого мы тут можем еще разгромить. Кстати, можно с Сабинией заключать мир. Почему бы и нет? Отлично. Наемников мы тоже разгромили. Я думаю, у Рима больше нет денег, чтобы их содержать. Да. Ну тут понятно было, что наемники и так не помогут. Ну и осталось разгромить армию. И тоже выводим отсюда войска. Ну, например, Гераклея. Давайте наши армии объединим, чтобы меньше войск было. И вот здесь, кстати, тоже стоит объединить. Я тоже отправлю сюда войска. Конницу сейчас объединим, пусть меньше армии будет. Проще было их контролировать. А чё за фигня? Да еще сильно нету появилось вообще. Приплыли. А я могу им войну объявить? У меня еще и повода сегодня. Замечательно. Захватил, блин, Рим. Подгадил он напоследок мне. И что-то все столпи. Просто капец. Это восстала Рима, да, как я понимаю. Да, федерата. Еще одна крепость выиграна, отсюда армия. Отправим пока здесь, пусть постоит. Осталось выиграть последнюю осаду. Кстати, деньги у нас копятся. Я думаю, что надо на них что-то построить. Во-первых, здесь нам неплохо было бы построить здание. А ли нам здесь крепость? Вообще, пусть на всякий случай будет. Мало ли кто сюда протащится, чтобы, не дай бог, этот город не разграбили. Лишний сносим. Один аккедук будет поставить. Кстати, у нас что? Метрополия. Там
Как-то вот так, на науку. Здесь у нас как дела обстоят? Ассимиляция полностью прошла, а обращение заведение идет очень медленно. Один храм оставим. Боже, на граждан и на науку. Есть. Также. Ну и опять же хочется все в большей степени на науку бросать. А здесь. Один храм, один театр, я даже два театра я снесу. Тоже на граждан и на науку. Тут театр можно снести. А? Здесь как дела? Здесь, в общем-то, ассимиляция тоже прошла, только обращение идет. Крепость, это, я думаю, нам тут не нужна. Поэтому тоже на граждан и на науку. Здесь как дела у нас? 56. Здесь будет парочка акведуков, а вот здесь очень все плохо. Поэтому давайте больше театров и немного храмов. Обратиться этот город. Здесь как дела? Здесь у нас город. Вот здесь бы тоже метрополию построить. Как с этим займемся и здесь. Здесь весьма печально все у нас по культуре и по религии. Поэтому давайте строить. Так, дальше. Ой, здесь тоже все плохо. Тоже строим храмы. Ой, такие храмы и театры. Узом. Что у нас здесь? Ну, парк нам не нужен, очевидно. Храмы и театры. Там даже вот в такой пропорции я бы вот построил. И есть еще большие города. Ну, здесь город небольшой, но думаю, что надо тоже построить, пусть пока он небольшой, как раз обратиться. Вот здесь 41 из 54. Ассимиляция прошла, можно один там построить. Также на науку. Ашур, вот здесь нет населения достигнут, давайте его поднимем. Тоже все на обращение. Здесь ассимиляция прошла, но очень печально. Идея, поэтому один сам, я думаю, можно поставить. Тоже на науку. 37 из 40, тоже практически лимит. Построим пару ведуков. Там. На науку. Если лимит скоро тоже будет достигнут, давайте тоже подстроимся. Так, не то. А же здесь. Эмиляция и обращение. Тоже надо ассимилировать. Причем я бы в этой провинции даже сам бы поменял на культурную ассимиляцию. Ускорить процессы. А здесь у нас что? Это наша, да, провинция? Как у нас правитель-то поживает нормально? Но тут однозначно надо менять. Меняем на культурную ассимиляцию. Строим здесь акведук. Тоже парочку акведуков. И у нас перенаселение в этих землях.
В общем, я думаю, что надо бы действительно заняться нам развитием собственных земель. Иначе как-то мы просели по экономике. Быстрый марш стоит, мы его отключим. Рим. Ну, здесь не все хорошо с писи, поэтому армии. Здесь я не буду оставлять, а вот на Крит нам нужно зерно. О, есть комитена, как раз мы привезем. И наша страна, и не наши проблемы, соответственно. Умирает губернатор. Можем вот этого поставить, пусть будет. Кстати, после захвата Рима надо будет тут с крепостями тоже разобраться. Где нам нужны, где нет. И вот здесь я бы тоже разбирался. Думаю, нужна крепость здесь. Здесь. Я думаю, можно снести. 8. Ставим на ассимиляцию здесь. Крепости нам не нужны. Здесь есть храмы. А, неплохо было бы строить еще и театры. То же самое. Нет, пока претензий мы не будем, пожалуй, предъявлять. Единственное, надо будет крепости здесь и здесь построить, а здесь крепость. Здесь. В Греции нужны ли нам столько крепостей? Я думаю, в Коринфе нам крепости не нужны. В Дельфах больше, я думаю, нам... Так, не проснется, ну ладно. В Дельфах больше не нужны. Поставим здесь таким образом. И выиграли осаду. Сейчас вместе подождем и будем мерить. Так. И давайте мириться. Он не согласен. Ладно, подождем. Подождем, нам не сложно. Так, это кто у нас? Тимархит, Дарида Тимархит. 8437. Это очень хороший ивент. Он мне очень нравится. Вот незначительное давайте поменяем. Дарида Тимархит, вот она. Сейчас она нам подкинет денег. Достаточно много. Что? Я думаю, можно мириться. Хотя, если мы замиримся не так, мы оставим вассала. И заберем полностью Рим. Какой вариант мне? Так, ладно. Такой вариант мне, пожалуй, даже побольше нравится. Давайте так мир и подпишем. Ну и... Всех в тюрьму. Много повысим тирании.
Ну и денег, соответственно, заработаем. Тирания нам потребуется сейчас, чтобы быстрее перекрещивать наши провинции. Не перекрещивать, точнее, а менять культуру. Так, эти уже пошли не у нас, да? Ну ладно. Немножко подняли тирания, пусть будет. И наконец-то мы полностью уничтожили Рим. Теперь следующая цель у нас Карфаген. Забрать кавказские земли. Ну и, собственно, самая большая из оставшихся стран это Маоки. Их 10 тысяч населения, войны будут очень долгие, но, конечно, сами не сравнить. Опять же, продолжаем развитие наших земель. Здесь обязательно нам нужно поднимать постройками. Вернее, отстраивать все. И, кстати, можем получить стабильность. Да, это давайте сделаем. По богам можем посмотреть, если что-то у нас, что мы можем взять, более хорошее, чем то, что есть у нас. Ну, здесь чего-то такого особо хорошего я не вижу. Разве что вот, я не агрессивной экспансии, но опять же это не наш бог. Я бы не хотел его брать. Вопрос вот здесь. Скорость ассимиляции населения, это, конечно, хорошо. Но, возможно, нам стоит взять Аида на цену строительства, раз мы сейчас будем отстраиваться. Либо даже, возможно, кого-то на налоги взять. Это уже было бы весьма неплохо. Налоги у нас очень много дают, и начнем 40 монет в месяц. Я думаю, оно того стоит вместо 6% ассимиляции. Это вообще митер, по-моему. А, наверное, я, как обычно, ошибаюсь и нублю. Так, культ Дамоксиса, египетское язычество, культ Дамоксиса и кананейское язычество. А нашего нету, да? Чтобы взять-то тогда. Так, здесь минус тирания. Вот можно на инвестиции взять Баалта. Либо на довольство рабов опять же взять Анубиса. Даже не знаю. Давайте Баалта возьмем. В Иоле. Что мы можем сюда поставить? Эти мерзкие здания. Это налоги. Мне очень интересно. Если мы поставим Дельфийский Амфал сюда, он будет действовать на всю страну или нет? Давайте посмотрим. Так. И у нас здесь столица. Есть? Нет. Давайте ее в Иол сразу и перенесем. И Зуккабара. Из Зуккабара давайте переселим население. Там большой перелимит, хоть я и не люблю это делать.
А нет, наоборот, подсветка школы перелинита неправильно. Смотрел. Вот из Гунгу можно переселить парочку. Так, и что я еще хотел сюда поставить, так это... Так. Давайте подождем немножко. Сюда перестали вино вводить. Ладно, идем заново. И очень интересно мне сейчас посмотреть. Нет, видимо, действовать только на ту провинцию, где установлен. Это жаль. Если бы на всю страну действовало, было бы шикарно. Тогда давайте вам на ячейке городских зданий поставим. Ну и где они со следующего месяца будут только? Да, появилось. Ставим очередные театры. И давайте разбираться с крепостями. Эти крепости нам однозначно нужны. Я бы достроил еще в районе. Здесь, вот тут, наверное, крепость нам не нужна. Здесь у нас есть вот крепости прикрывающие. И вот эта крепость, так, вот тут. Пистола не нужна. Пусть будет, не пусть будет. Нас не нужна. Нужна. Ну, здесь пока пусть останутся. Единственное, я бы снес тут. Тут оставил бы здесь крепость. Здесь снесем. Лерни. Тут одну оставим на юге. Ну, в общем, как-то так. И здесь по крепостям все нормально. Вот здесь бы нам на границах поставить. Тут крепость поставить. Здесь поставим. Разве? А здесь уже не нужна, потому что тут непроходимая территория. Так. Давайте культурную ассимиляцию везде. Пока мы сидим в мире, нужно как можно больше людей оккультурить. Так, передвигаемся ближе к нашей центральной части. Единственное, надо бы еще Комагену снести, но это уже потом будем делать. Сейчас я пока снижу содержание армии, флота и крепостей. И с полными доходами будем отстраивать нашу страну. Столица. Так, построим на науку. Здесь нет, здесь построим дуг. Культура. Ой, культурирование прошло. Надо построить обязательно храм один. Пусть обращаются тоже.
Ну, вроде бы неплохо. Застраивание территории идет. Кстати, у нас же есть задание. А, нам нужно будет торговый путь проложить. И город сделать. Это достаточно долго. Кстати, в Александрии я хотел вернуть город. Давайте постепенно разбираться, в том числе с египетскими землями. Здесь оккультуривание само пройдет. Я поставил один храм. Сразу же выходил на науку. Так, здесь как у нас дела. А вот здесь ассимиляция все плохо. Поэтому давайте застраивать на храмы и театры. И как дела обстоят. Тоже очень все плохо. Пора бы нам наконец-то заняться, в том числе, Египтом. Вот здесь все в порядке. И вот, как я и говорил, то, что мы назначили ее на должность, нам дала почти 2500 монет. Очень кстати нам сейчас, поскольку мы сейчас будем устраивать наши города, а у нас вообще в принципе все территории. Но здесь идет неплохо, но можно сразу на науку. Здесь так, все печально. Опять же, больше на культуру, меньше на религию, потому что религию, учитывая, что у нас не все боги приняты, мы очень сильно меняем. Храм. Дальше на науку. Здесь в целом идет все неплохо, поэтому давайте сразу на науку застраиваться. Вот как у нас дела. Так сделаем. Тоже все плохо. Я думаю, можно сделать так и опять же на науку. Здесь у нас что? Сюда встраиваемся. А вот здесь, кстати, почти к лимиту приблизились. Давайте парочку придуков сделаем. Итак, дела, ассимиляция полностью прошла. В Элусе пока не очень хорошо. Здесь и удаю. Пальмира там, да, Пальмира застроена, отлично. Дамаск. Дамаски тоже все печально. Ну, я думаю, как-то вот так можно застроить. Здесь у нас храмы. Абсолютно бессистемно это пока что делаем. Сейчас нам нужно что-то застроить, потому что проблема у нас по всей стране. И выбирать какой-то отдельный регион. Ну, хотя, конечно же, имеет смысл развивать самые богатые регионы. И
кажется, плохо. Единственное, я думаю, многовато у нас здесь храмов. Надо бы один театр. Даже вот так, на науку. Здесь все нормально. Просто ставим на науку. И деньги-то у нас и кончились на этом. Подождись, как у нас дела. Достаточно много провинций, провинций не ассимилировано. Давайте поменяем вручную. И на Албанию фабриковали претензию, но пока что воевать мы не пойдем. Напоминаю, что мы развиваем нашу страну. Делаем агрессивную экспансию. Можно посмотреть по фермам раба, где мы можем построить. Здесь я вижу, можно построить. Также вот тут на квартире. Здесь вижу, можно строить. И здесь мы построим родину. Не вижу, где эта провинция. А, вот она. Нашел. Леоны. Даже не знаю. Наверное, я все-таки ферму раба тут построим. Она нам доход увеличит напрямую, а овец нам особо-то и продавать некому. Что особо у нас никто не покупает. У нас огромное количество различных ресурсов, которые никому не нужны. Опять Египет. Ну, в принципе, можно египетские земли развивать. Одни из самых богатых. Я тоже поставлю аналоги. Ну и пищу тоже надо поднять, потому что из Египта очень удобно это все выводить. Это прямо лучшие живые провинции, тех, которые есть. Это кто у нас помер? Ага, губернатор. Давайте назначим ее. Плохо. И продолжаем. Давайте Египет так и продолжим застраивать. Вирус, ткань. Ну, обязательно застраивать. А буду все же на еду застраивать, потому что очень удобно, как я говорил уже ранее, вывозить отсюда именно. А еду здесь ее очень много. И излишки можно будет вывозить в провинции объединенные здесь. Здесь, кстати, я еще не разобрался. Один храм построим и дальше на науку. Так валится. Все хорошо. Плюс 3 стабильности, это замечательно. И у нас опять погибает губернатор. На этот раз недовольных нет. Ну и, наверное, я поставлю ее, она будет. Так. И продолжаем на науку развиваться.
продолжаем, в принципе, развивать наши земли. Также нам нужно копить политическое влияние. Но с той целью, чтобы развивать. Нам нужно как минимум еще одну метрополию построить в город и проложить торговый путь. В провинцию, в которой у нас задание. Давайте напрямую сейчас применим. Так, хорошо. Стоит ли нам Мемфис развивать в город? Думаю, что нет. Ну да. Крепости вот здесь я бы еще поставил. А, это провинция нелояльна. Это тоже нелояльно. Где-то нелояльно. Классно. Классно. Так, что же нам делать? Наверное, сюда надо армию притащить. Я так думаю. Давайте наймем. Здесь можно. Наняли. И продолжаем застраивать. Так, копируйте, давайте это без всяких казарм. Здесь еще есть город. Построим его. Здесь у нас перенаселение идет. Надо построить здание на добычу, чтобы больше населения было. Там можно, конечно, их переселить, но я не хочу их именно застроить. Я, конечно, понимаю, что делаю правильно, что лучше бы я переселял, но не хочется. Раз уж люди хотят тут жить, то пусть тут. Так. Аркусы — это уже верхний Египет, да? Ищи дофига вот вкусов и будем армии нахрежать. Амон, кстати, тоже город. Здесь. А, ну здесь у нас лояльности пока недостаточно для того, чтобы. Устраивать пока тут будем. А здесь все население отправим. Отлично. Просто весь Египет застраивается. И мы можем что-то колонизировать.
А, давайте заколоним. Да, потому что это другая провинция. Надо было не колонизировать. Смотрел. Ладно. Что нам делать дальше? Где нам развиваться? Потехом отстаем очень. Очень плохо. Давайте римские земли поразвиваем. Подумал, начнем с Сицилии. Здесь, как я вижу, нужны акведуки. Таким образом, здесь у нас что? Тоже пару акведуков, парочку театров. Там на науку. А, войска продолжаем курсы все сводить. Здесь дела пошли, дела хорошо идут. Единственное, здесь я бы поменял губернатора, он для народа Табрикид. А здесь у нас кто-то из Табрикидов более-менее нормальный. Без огромной. Можем вот эту поставить. В принципе, она неплохо тут выставила. Ого. Здесь у нас с едой проблем. Построить мы ничего не можем. Подвести. Подвести можем, кстати. Должна быть рыба, либо овощи. Давайте рыбу ввезем. Исправить ситуацию. Здесь, кстати, здесь по пище нормально, я думаю, можно добить. Здесь. Давайте оливки введем. Как с пищей? Здесь по пище тоже нормально, поэтому сразу оливки и вино. Есть оливки, вино, ну и ткань можно какую-нибудь вести. Плохо. По политикам здесь. Ему 58 лет, но помирать он пока не собирается. Давайте смотреть. Ладно, этот не составляет. Здесь я бы на ассимиляцию поменял. Здесь, я считаю, тоже надо ассимиляцию ставить. Ну, здесь оставим какие. Отлично. Еще с одной проблемкой разобрались. И насколько помню, я занимался тем, что застраивал видео, поэтому продолжаем. Оплавили нам не нужна.
50 мил. Так, вот здесь все очень плохо. Обязательно застраиваем все театрами самыми. Здесь тоже. Ну, в принципе, Сицилия достаточно хорошо у нас застроена. Большая часть все-таки земель тут в здании. Но мы тоже можем достраивать. Хуже от этого явно не будет. Есть. Нужна ли нам здесь крепость, опять же вопрос. Ну пусть будет. Буду я ее сносить. Ах, там театр тут есть. Это мы ставим на науку. С этим городом, что нам делать? Там вот театр есть, храм нужен. И несколько акведуков тут нужно построить обязательно, потому что у нас почти что лимит населения. Вон доходы уже поднялись, хотя мы только начали застраиваться. Вот так. Здесь что у нас имеется? Здесь нужна только ассимиляция. Театр есть. Ну давайте сразу на науку. Тут с населением, с лимитом все хорошо. Нам здание, театр, храм, и деньги закончились. Да, да, как-то очень уж медленно застраиваемся, но опять же ничего с этим делать приходится. И я думаю, примерно мы до 55-70 года должны развить нашу страну, а потом мы... Ну, здесь все в порядке. Я думаю, даже ничего не надо строить. А здесь пусть так театры и остаются. Единственное, я бы поставил еще акведук. Так, здесь можно театр построить, и остальное тоже все в науку. А, что это одно? Одна библиотека. Больше, по сути, на что и не хватает. Так. Здесь храм нам не нужен. Театр тоже я не вижу, что уже строить. Продолжаем сносить нужное здание. По религии. Тут и так сменится. По ассимиляции тоже все идет хорошо. Поэтому просто на науку. Нафиг столько амбаров. Вот здесь театр пригодится.
И 48 из 60. Но кинотеатр. Какой-то квидук. И остальное все опять же на науку. Кинотеатр. О, и построилась Александрия. Она стала городом. Замечательно. Я думаю, сразу же можно авансом несколько ведуков построить. И тоже будем делать ее в научный мегаполис потом. Парочка ведуков. Обязательно театр, храм. Повышался. О, шикарный ивент, обожаю его. За 18 монет, 6 сабы и инвестиции в религиозные технологии. По-моему, это один из лучших ивентов, которые только могут выступить. Здесь продолжаем застройку. Жестокость, щедрость. Не, ну благочестие точно нафиг не хочу. Ну, поскольку мы сейчас... А, Лиссандр получит жестокость. О. Ну, пусть получит жестокость. Вот неплохой город у нас. Он тоже неплохой. Но денег не хватает катастрофически. Надо выправлять наш бюджет. Охота в торговле повышает ставка. Тоже неплохо. Ладно, пусть тут тоже строится и на добычу здания. Тут нам не нужен. Храм тут тоже не нужен. Театр пусть остается. Атерн. Вот очень хороший город. Правда, конечно, с исследованиями здесь вообще беда. Ну, потом это на перспективу город все же. Так, а здесь что у нас? Ну, тут обратиться и так само. Ставлю я в том числе на перспективу города. Да, тут все обратиться население. Ну, не обратиться, а оккультуриться, в принципе. То они будут неплохо приносить нам. Поэтому пока строим на перспективу. Так же, как и Александрия. А давайте посмотрим другие столицы. Пиццемафия. Возможно, ее тоже стоит
сделать стольные, превратить в город. Ну, пела вряд ли. Я бы, наверное, вот здесь поставил. Это вот фессалоники, смотри, смотрятся неплохо. И я даже думаю, они перенесли сюда. Нашу столицу. И давайте, наверное... Делаем присвоение богатства. Зачем нам здесь автономия? Здесь тоже я бы... Переместил столицу провинции сюда. Вот. Колоника, кстати. Давайте с ней разбираться. Отведу для привлекательности миграции. Построим даже два. И я думаю, это неплохо будет. Привести мафии. Блин. Она не лояльна нам, да? Надо ее заменить. Как там у нас таврскиды пожелают? Что такое? Определенный род, непонятно откуда он взялся. Ладно. Так, это у нас таврскид. Таврскиды это желтые. Вот есть. Относительно неплохой. Давайте его назначим. И неплохо, я думаю, нам доходы повысит. И перенесем в Листимахию стольно. И я думаю, здесь тоже стоит сделать город. Почему бы нет? У нас тут фессалоника поживает. Здесь. Вообще, это из автолидов. Давайте попробуем ее просто заменить. Вот очень хороший автолит. Ну, он как раз поменял политику на то, что нам нужно. Замечательно. Здесь тогда мы сносим налоговую. Ставим акведук для привлекательности миграции. Ставим театр, чтобы поднять общее довольство. И тоже на науку застраиваем. Больше науки сделаем. Сторонне. То сразу же тоже на науку. Да, доходы, конечно, очень низкие. Мы даже один город нормально застроить не можем с этих доходов. А городов-то у нас очень много. Нет. Италию я так и не достроил. А, это нехорошо.
Так, где у нас есть еще крупные города? Вот хороший город. Начнем его застраивать. Да, доходы, конечно. Сейчас бы плюс 15% к налогам. Здесь вифи не голодают. Что мы можем сделать? Кстати, вот здесь. Начнем поглощение. Ну, им, возможно, стоит Вифинию уже поглотить. Кстати, кто? А, они наши данники, да? Надо на них предъявить обязательно претензию. Давайте посмотрим, можем ли мы кого-то тут присоединить. Пока что нет. Тогда, думаю, стоит начинать потихоньку улучшать отношения. Да, дел, конечно, предстоит еще очень много. Здесь. Устраиваем. А, все деньги ушли просто на один. Это кто? А, это, видимо, как раз губернатором, которая была. Мы ее уже за... Центральная, конечно, центральные киргизские земли тоже неплохо бы застроить. Так, здесь у нас все в порядке. Я бы поставил один театр, пусть довольство не помешает. Вот здесь все печально. Хотя тоже не всем все плохо. Вот только религия осталась. Здесь у нас что? А здесь вообще все обращены. Каппадокия. И он из какой-то семьи. А зелененький, да? У зеленых достаточно много. Сейчас посмотрим. Это продажный. Продажная. Вот неплохое, да? Так его и назначим. Я тут застраивал. Здесь, да? Устраиваем. Вот. Надо обязательно пару акведуков. Театр, храм. И на науку остальное. Опять денег не хватает абсолютно нам на это все дело. А у нас нету модификатора аналогии. Это очень плохо. Был бы плюс 15 бы. Вернее, это наоборот хорошо, значит, у нас без налогов и доходы. Вот он, процветание как раз только вспоминал о нем. И плюс 15%. Замечательно. Здесь как у нас дела обстоят. Это тоже нам будет взять видок. И на науку. Есть. Здесь, я думаю, само обратиться. Поэтому просто на науку ставим.
Вот здесь, да, у нас с едой проблемы большущие. Четыреста десять монет. Я даже не знаю, по-моему, он еще не извергался, но рискнем. Оба нет. Здесь неплохой город. Просто поставить. И давайте застраивать города рядом с Римом. Этот весь конгломерат нам нужно застроить. Обязательно на стимуляцию одно здание. Остальное на науку. Так, я не понял, вот здесь не ассимилируют. Давайте нам ассимиляцию, надо быстрее это все ассимилировать. Есть. Театр и на науку. Здесь то же самое. Театр и на науку. Но денег уже не хватило. 297 монет в плюс идет. Ну, доходы неплохие относительно того, что у нас было, но, конечно, пока тоже оставляет желать лучшего. Ага, Чернов Крик больше не привозим. Надо будет сейчас это дело исправить. Но, ну, можем из вас от вассала привести. Прекрасно. А, кстати, я же не создал торговые пути новые здесь. Так. А, вино есть, оливки есть. Финики можем завести сюда. А, время все есть. Здесь вино есть, оливки есть. Это тоже пишу. Вино, оливки есть. О, вот здесь у нас пища и беда. Тогда нам нужно зерно. А здесь как? Здесь по пище нормально, вино есть, оливки есть. Ну давайте рыбу все же заведем. Изменим немного пищи. Вот тут осталось. Вино есть, оливки есть, ткань есть. По пище все хорошо. Конопля есть. Можем кожу завести. Мы больше ничего не можем, потому что у нас кончились. Агра спадает. Доходы, соответственно, от этого растут. Ассимиляция ускоряется. Уже 302 монеты. Так, что мы можем сюда еще такого ввести? А сюда есть. В принципе. Торговая стоимость здесь так себе. Ткань тут уже есть. Можем керамику ввести. Одно денег получим и торговлю. И теперь, собственно, сам Рим. Давайте разбираться, что нам здесь надо, что нет. Это все оставляем. Еще немножко повысим процент граждан.
Получить науку. Рим у нас метрополия, это хорошо. Надо будет строить. Усия. Ну, естественно, театр. Пара акведуков. Наука. Так, она губернатор Верхнего Египта. Ну, просто поднимем ей немного лояльности. Хотя надо будет ее заменять потом. Города какие-то мелкие, пограбленные. Кто спасал, что не спасал их. Вот два хороших города. Так. Я думаю, можно опять взять любовь к иной культурной группе, пока что игру мы не скинули. Поэтому я думаю, это попроще не будет. И сразу же в науку уходим. Вот у нас что. Вот здесь я бы снес. Оп. Поставил театр и храм. Как дела обстоят. И все тоже не очень хорошо. Нам тут не нужен, тут скорее нужен театр. И все на науку. Здесь тоже ставим театр. И погибает философ. Причем из знатного рода. Да. Ладно, сделаем тогда по-другому. Начнем вот этого. А вот здесь заменим полководца. Это можно уволить тут полководца. Тебя оставим. И у нас еще армия. Тут уволим. Надо было, наверное, это раньше сделать. Не хотелось. Тут уволим. И где наш флот? Блин. А флот, а вот флот, куда загнали. И тут уволим. И тем самым мы сейчас на жаловании опять же сэкономим. Ох, как ты себя сэкономили. Да, надо было раньше это сделать, значительные деньги мы смогли сэкономить на этом всем. Я бы даже посмотрел еще ее. Нет, ее нельзя убирать. Там 6 из 5. Ладно, и так неплохо. Неплохая экономия.
Здесь застраиваемся на науку. Тут тоже. Вот хороший город тоже, который мы обошли своим вниманием. Технологиям у нас что? 3500 стоит принять новое нововведение. И упал модификатор у нас на исследование. Теперь мы таких повысили. Хотя, конечно, это очень медленное исследование. Я обычно разгоняю значительно больше. Здесь, я думаю, крепость нам не нужна. Все ассимилированы. Мы просто лишнюю науку получим. Здесь сами ассимилируются. Вот здесь можно театр построить. Ну и, собственно, на этом я буду серию заканчивать. Получилась она достаточно длинной. В начале мы захватили Рим и потом развивали свои земли, в том числе и египетские земли развили. Тут немного поразвивали, в Ираке немного развили, в самой Италии развили. Тут немножко развили, наконец-то я сделал Александрию городом. Надо было это раньше сделать, но, к сожалению, затупил. Хорошо, что сделал сейчас. Дальше. Что нам предстоит? Немного будем дальше развивать свою страну, пока что посидим в мире. Доходы 346 монет, это неплохо, но хотелось бы побольше все же. Очень много предстоит дел, нужно и города развивать, и строить здания, возможно где-то губернатора сменять и так далее. В общем, спасибо всем, кто смотрел, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, и до новых встреч!